ребята! Здравствуйте! Желаем всем здоровья! Мы приглашаем вас вместе с нами совершить онлайн-путешествие в страну здоровья и предлагаем вам поучаствовать в наших конкурсах. Век технического прогресса и развития космических технологий, как вы думаете, что всего дороже? Конечно же, здоровье. Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Здоровье не купишь за деньги. Будучи больными, вы не сможете воплотить в жизни свои мечты, не сможете решать жизненные важные задачи. Все мы хотим вырасти крепкими и здоровыми. Быть здоровым – естественное желание человека. Рано или поздно все задумываются о своем здоровье. Каждый из нас должен осознавать, какой это бесценный клад. Наш конкурс называется «Здоровым быть весело». И сегодня мы постараемся доказать это друг другу и самим себе. Первый конкурс называется «Народная мудрость гласит». Мы начнем пословицу, а вы ее закончите. Итак, поехали. Чистота – залог здоровья. Здоровье в порядке. Спасибо зарядке. Если хочешь быть здоров, закаляйся. В здоровом теле здоровый дух. Следующий конкурс. Конкурс «Здоровье не купишь, его разум дарит». Сейчас я задам вам вопросы, на которые вы должны будете ответить «да» или «нет». Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здоровья? Конечно. Верно ли, что жевательная резинка сохраняет зубы? Нет, неверно. Верно ли, что зубы надо чистить один раз в день? Нет. Правда ли, что бананы поднимают настроение? Да. Верно ли, что морковь замедляет старение организма? Да, верно. Легко ли отказаться от курения? Нет, нелегко. Правда ли, что недостаток солнца вызывает плохое настроение? Да. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? Нет, неправда. Правда ли, что каждый день нужно выпивать 2 стакана молока? Да, правда. Чтобы быть здоровым, нужно много знать и уметь. В ходе следующего конкурса вам также нужно будет ответить на вопросы. Как называется результат воздействия мороза на организм человека? Обморожение. Кто может заразить человека бешенством? Животное. Как называются напитки, которые губят здоровье человека? Алкоголь. Как называется материал для перевязки? Бинт. Как называется травма, нанесенная огнем? Ожог. Что способствует закаливанию организма? Солнце, воздух и вода. Ребята, а соблюдаете ли вы режим дня? Сейчас проверим. Я буду вам читать фразы, а вы должны их закончить. Стать здоровым ты решил, значит соблюдай режим. Утром в 7 звенит настырно наш веселый друг будильник. На зарядку встала вся наша дружная семья. Режим, конечно, не нарушу, я моюсь под холодным душем. После душа и зарядки ждет меня горячий завтрак. Всегда я мою руки с мылом, не надо звать к нам Майдадыра. После обеда можно сладко поспать, а можно и во дворе поиграть. А теперь немного отдохнем. Прошу всех встать, подровняйте носочки, сцепите руки за спиной, присядьте несколько раз. Молодцы! А теперь закройте глаза. Откройте глаза. Поднимаем по очереди плечи. Молодцы, ребята. Руки на пояс. Наклоны вправо и влево. Как можно назвать то, что мы сейчас с вами делаем? Правильно, разминку или зарядку. Как будто крутим обруч. Бедрами. Руки на талию, ноги на месте. Веселыми и бодрыми проживем 200 лет. Крутим обруч по кругу. Талию покажем другу. А потом крути в другую. Свою попку дорогую.
когда-то любит спорт и физкультуру, кто не ленится делать по утрам зарядку и с удовольствием выполняет всевозможные гимнастические упражнения. В каком виде спорта применяет спортивный снаряд шайба? Хоккей. Что нужно делать по утрам? Зарядку. Его заливают на Красной площади. Каток. Он бывает футбольный, волейбольный и теннисный. Мяч. Назовите 3 зимних вида спорта. Лыжи, фигурное катание, хоккей. Без чего нельзя играть в футбол? Без мяча. Бывает двухколесный, трехколесный, четырехколесный. Велосипед. Начало бега. Старт. Часть игры в футбол. Тайм. Место для занятий плаванием. Бассейн. Часть игры в хоккей. Период. В какой стране пройдет летняя Олимпиада 2021 года? В Японии. Она является залогом здоровья. Чистота. Теннисная площадка. Корт. Здоровье – неоценимое богатство в жизни любого человека. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранять подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Надеемся, что сегодняшняя программа про здоровье вам понравилась. Руки мыть перед едой нужно мылом и водой. Кушать овощи и фрукты, рыбу, молокопродукты. Вот полезная еда, витаминами полна. На прогулку выходи, свежим воздухом дыши. Только помни, при уходе одеваться по погоде. Ну а если уж случилось, разболеться получилось, знай, врачу тебе пора, он поможет нам всегда. Будьте добрые советы, в них и спрятаны секреты. Как здоровье сохранить, научись его ценить. Будьте все здоровы!